Сегодня в единый день голосования жители Новгородской области определяются с выбором депутата Государственной Думы. Шимский, Солецкий, Батецкий и частично Новгородские районы выбирают члена регионального парламента. На ряде территории идет формирование местных дум и выборы глав поселений. Избирательные участки традиционно открылись в 8 утра, но в двух районах, чтобы проголосовать, смогли те, чья рабочая смена начинается ни свет ни заря, избиркомы начали работу на 1-2 часа раньше обычного. В Великом Новгороде таких временных корректировок не потребовалось. Ровно в 8 в регионе открылись 539 избирательных участков, 4 из них временные. В Великом Новгороде голосование проходит на 95 площадках. На 42 участках работают электронные комплексы обработки бюллетеней. 13-я школа в это число не вошла. До открытия привычные урны для голосования были опечатаны в присутствии наблюдателей, членов УИКа и правоохранителей. Все остальное оснащение участка и документация были подготовлены заранее. Участок подготавливается к выборам заблаговременно, за один день до выборов. То есть он полностью подготавливается, оборудуется, идет просчет бюллетеней, соответственно, подготавливается необходимая документация. И в день голосования открывается своевременный участок, и мы уже, собственно говоря, готовы к приему наших граждан. Избирательным правом сегодня могут воспользоваться 493 тысячи жителей региона. Особые условия обеспечили сотрудникам предприятий в Парфинском и Хвойнинском районах. В первом рабочие смены смогли проголосовать с 7 утра, во втором с 6. В основном этой возможностью воспользовались работники нефтяной станции, коммунальных предприятий и железнодорожники. Закроются все участки в Новгородской области в 20 часов.